Тем временем вчерашняя авария на трассе Одесса-Рени унесла еще одну жизнь. В больнице скончалась 41-летняя женщина, пассажир маршрутки. Таким образом, это уже вторая жертва страшного ДТП с участием микроавтобуса и легковушки БМВ. На месте погибла 14-летняя девушка из Килии. 12 человек были госпитализированы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. По предварительной информации, виновником ДТП является водитель БМВ на евро-номерах. Автомобиль, обгоняя другую машину, вылетел навстречку и лоб в лоб столкнулся с автобусом. Водитель легковушки уже задержан. Ему грозит тюрьма сроком от 5 до 10 лет. Сейчас он находится в больнице под охраной. Также в полиции сообщили, что по неофициальной информации задержанный находился в розыске за другие преступления. Що стосується даних, що начебто особи, які спричинили ДТП, використовували автомобільні єврорегістрації, так звані євробляхери, причетні до правопорушень, то дійсно є така інформація, але вона носить неофіційний характер. Будуть перевірятися ці особи на причетність до здійснення інших правопорушень, що мали місце в нашій області. Є підозри, і дійсно така інформація звучить. Тем временем жители Килийского района хотят помочь пострадавшим в смертельном ДТП. Они просят всех неравнодушных помочь спасти жизнь тех, кто сейчас находится в тяжелом состоянии. Банковские реквизиты вы можете видеть на своих экранах. Также можно позвонить по телефону 067-489-2566. Мы все жители нашего района, города, кто чем может, поскольку может, материальная помощь. Некоторые люди, кто материально помогает, кто предоставляет услуги на похороны автобуса, кто ямы копает. То есть всевозможная помощь. Вот. Я доверенное лицо от их семьи, сам муж Манько Ирины и этой девочки. Он в рейсе, мы его вызвали, он завтра прилетает.